Здравствуйте. Лекция номер 12. Тема ICDN. Цифровая сеть интегрированных служб. План. В лекции будут описаны службы, стандарты, компоненты, принцип действия, конфигурации цифровой сети интегрированных служб. Integrated Service Digital Network. ICDN. ICDN специально разрабатывалась для решения проблем небольших офисов или пользователей с коммутируемым доступом, которые нуждались в большей полосе пропускания, чем та, которая предоставлялась традиционными телефонными службами. В настоящее время ICDN также представляет резервные линии связи. Общие сведения о технологии ICDN. ICDN была разработана для предоставления услуг цифровой связи или цифровых служб через существующую телефонную кабельную систему. Цифровые службы могут осуществлять доставку не только голосовых данных, но и текста, графики, музыки, видео и других данных. ICDN обычно рассматривается в качестве альтернативы выделенным линиям, которые могут использоваться для телекоммуникации и объединения в локальной сети небольших и удаленных офисов. Телефонные компании разрабатывали ICDN как часть совместной акции по стандартизации абонентских служб, интерфейса пользователя сети и характеристик сети. Стандартизация абонентских служб делает более реальными обеспечение международной совместимости. Стандарт ICDN определяет аппаратное обеспечение и схему установки непосредственной цифровой связи. Эти стандарты гарантируют простой обмен информацией между ICDN-сетями, что в свою очередь позволяет говорить об организации связи в мировом масштабе. Способность ICDN предоставлять цифровую связь для удаленных участков позволяет реализовать целый ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующее. Сеть ICDN может передавать данные различных типов. Она обеспечивает доступ к цифровому видео, к пакетно-коммутируемым данным и службам телефонной сети. ICDN предлагает более быстрый, по сравнению с модемными соединениями, метод установки сеанса связи, используя при этом внешнюю out-of-band сигнализацию, DSNL или дельта-канал. Например, некоторые ICDN-сеансы могут быть установлены менее чем за секунду. ICDN обеспечивает более быструю передачу данных, чем модемы за счет использования несущего канала, биканала. За счет использования нескольких биканалов ICDN предоставляет пользователям большую полосу пропускания в распределенных сетях. Например, два биканала обеспечивают скорость передачи 128 кбит в секунду, чем некоторые выделенные линии. Однако еще на стадии проектирования следует убедиться в том, что выбранное оборудование имеет характеристики, позволяющие реализовывать преимущества гибкости ICDN-сетей. Кроме того, необходимо помнить о следующих проблемах ICDN. Это проблема безопасности. Поскольку сетевые устройства могут соединяться посредством общедоступной коммутируемой телефонной сети, важной задачей при проектировании является достижение высокого уровня безопасности для защиты сети от несанкционированного доступа. Второе. Проблема снижения затрат на содержание сети. Главная цель выбора для сети ICDN – избежать затрат на круглосуточное обслуживание, неизбежных при использовании выделенной линии или фреймрелей. Поэтому очень важно оценить объемы передачи данных в сети и осуществить мониторинг использования ICDN, чтобы гарантировать окупаемость затрат на поддержку доступа к распределенной сети. Компоненты ICDN. Компоненты ICDN включают в себя терминалы, терминальные адаптеры, устройства сетевой нагрузки, оборудование линии нагрузки, оборудование обменной нагрузки. Специализированные ICDN-терминалы также называют терминальным оборудованием первого типа, терминалы Equipment Type 1. Терминалы типов, отличных от ICDN, такие как терминальное оборудование передачи данных, Data Terminal Equipment, DTE, которые предшествовали ICDN-стандартам, называются терминальным оборудованием второго типа, терминал Equipment Type 2. Терминальное оборудование первого типа подключается к сети ICDN посредством цифровой линии на базе четырехпроводной витой пары. Использование ICDN. Как показано на рисунке 1, ICDN имеет много применений. В последующих разделах обсуждаются следующие применения ICDN. Удаленный доступ, удаленные узлы, соединение типа малый офис, домашний офис, small office, home office. На рисунке 1 один из применений ICDN является обеспечение коммутируемых соединений типа малый офис, домашний офис. Удаленный доступ. Удаленный доступ включает в себя соединение между собой пользователей, расположенных в удаленных местах, посредством коммутируемых соединений.
Этим удаленным местом может быть дом, номер в отеле, где остановился мобильный пользователь, или малый удаленный офис. Коммутируемое соединение может осуществляться посредством установки аналоговых соединений через базовую телефонную службу или через ICDN. Характеристиками соединения являются скорость, стоимость, расстояние и доступность. Каналы удаленного доступа обычно представляют собой линии с самыми низкими скоростями, поэтому желательно увеличение их скорости. Стоимость удаленного доступа обычно относительно невелика, особенно при использовании базовой телефонной службы. Оплата услуг ICDN значительно варьируется в зависимости от географического региона, доступности службы и типа оплаты. При коммутируемом доступе, особенно при использовании ICDN, возможно ограничение по расстоянию. В частности, может быть ограничен выход за пределы области доступа. Удаленные узлы. При использовании метода удаленных узлов, как показано на рисунке 2, на время обмена данными пользователи подсоединяются к локальной сети корпоративно-сетевого центра. Во всем, кроме низкой скорости соединения, пользователь ощущает себя как обычный пользователь локальной сети. Как правило, доступ к локальной сети осуществляется посредством сервера доступа. Это устройство обычно объединяет в себе функции модема и маршрутизатора. При подключении удаленного пользователя последний может получить доступ к серверу локальной сети, как если бы он находился в этой локальной сети. При использовании ICDN удаленный пользователь может считаться обычным локальным сетевым узлом. Этот метод имеет много преимуществ. Он наиболее надежный и гибкий, а также предлагает самые удобные средства расширения сети. Удаленному пользователю требуется только один персональный компьютер и несколько клиентских программ. Единственным дополнительным устройством, требуемым на удаленном участке, является модем. Недостатком этого модема является дополнительный обмен административными данными, необходимый для поддержки удаленного пользователя. Удаленный пользователь часто работает вне своего дома. Обычно ему требуется практически постоянный доступ к сети предприятия. Такая связь должна быть надежной и постоянно доступной. Такие требования обычно побуждают к использованию ICDN. На рисунке 3. При выборе такого решения соединение ICDN может быть использовано для предоставления услуг телефонной связи и как средство подключения рабочей станции пользователя к сети предприятия. На рисунке 3 для осуществления ICDN-связи требуется ICDN-маршрутизатор и клиентское программное обеспечение. Подключение малого офиса. Малый или домашний офис, используемый несколькими пользователями, требует установки соединений, которое было бы более быстрым и надежным, чем обычное аналоговое коммутируемое соединение. В конфигурации, показанной на рисунке 4, все пользователи удаленного участка сети имеют равноправный доступ к службам, расположенные в корпоративном офисе, через ICDN-маршрутизатор. Такой способ позволяет пользователям малого офиса подключаться к корпоративной сети или к интернету с гораздо большей скоростью, чем при выходе в сеть с помощью телефонной линии и модема. ICDN, на рисунке 4 ICDN предлагает экономический способ поддержки малых офисов. В проектах по подключению пользователя малого офиса обычно предусматривается использование только коммутируемого соединения, инициатором которых является малый офис. При этом для упрощения процесса проектирования и поддержки сети можно воспользоваться традиционными технологиями преобразования адресов. Используя эти технологии, удаленный сайт можно поддерживать несколько сетевых устройств, но для корпоративного сервера он будет выглядеть как один узел, которому назначен один IP-адрес. Вопрос установки параметров конфигурации ICDN. Для подготовки маршрутизатора к работе в среде ICDN необходимо задать его глобальные параметры и параметры интерфейса. Установка глобальных параметров включает в себя следующее. Выбор типа коммутатора, который соответствовал бы коммутатору провайдера ICDN на телефонной станции. Это необходимо ввиду того, что, несмотря на наличие стандартов, конкретные характеристики сигнализации значительно варьируются в разных странах и регионах. Установка параметров получателя. Этот шаг включает в себя указание статистических маршрутов от маршрутизатора к другим пользователям ICDN и задание критерии отбора требуемых пакетов, которые бы инициировали ICDN-вызов соответствующему получателю. Установка параметров интерфейса включает в себя следующее. Выбор спецификации интерфейса. При этом необходимо задать тип интерфейса BRI и номер данного BRI-порта. Этот интерфейс использует IP-адрес и маску под сети. Конфигурирование ICDN-адресации с помощью DDR-информации о наборе идентификаторов соединений, предоставляемых провайдером ICDN.
При этом необходимо указать, что этот интерфейс входит в группу набора, используя набор пакетов в глобальной форме. Дополнительно команда размещает вызов SCDN в соответствующем пункте назначения. Используя существующую конфигурацию интерфейса, можно задать дополнительные параметры, например, время ожидания носителя SCDN перед ответом на вызов или время бездействия в секундах до того времени, когда маршрутизатор отключит вызов. Кроме того, конфигурирование интерфейса включает в себя конфигурирование SCDN, выбор типа коммутатора и SPID. Список использованной литературы.